казалось, то, что тебе даже эмоции немножко мешали, нет? Нет, наоборот, помогали. Надо было завести команду, и мы все старались больше эмоционально в плане играть. Ростов, что сегодня такого показал, что вот такой сложный матч был? Показал необычный волейбол, который, скорее всего, мы не ожидали более слабый. Соперник оказался очень сильный, достойный. Многие концовки, доигровки, которые они нападали, они все равно забивали, что брали проигрывающие мячи. Также вышел хороший игрок, там, давно его знают, сноуборда, связующий, просто сумасшедшие подачи, после вложил 4 подачи. В концовке матча уступали очень много, получается, там 4 очка было. А вот за счет чего все-таки удалось добиться победы? Команда, наконец-то потихоньку становится команда, появляется какая-то сыгранность, потому что не хватало на первом матче, чуть, наверное, не хватило в Красногорске. Наконец-то начинает появляться команда, которая и сыгранность, которая необходима просто. Как ты считаешь, чего тебе еще пока не хватает вот именно здесь, в волейбольном клубе АК? Какие-то набрать физические данные, потому что приехал очень просто в команду в конце сентября. Надо еще набрать чуть-чуть физики, тогда все будет отлично.